Великая Отечественная правда. И чем больше грохотало, ломая человеческие кости, знания и свободу народов чудовищная машина, тем больше безумил опившийся кровью людоед Гитлер, простирая над миром окровавленные когти свастики. И тут впервые чертова мясорубка заскрипела, затрещала, осеклась. Она налетела на невиданное сопротивление народа, который за всю славную и долговременную историю никогда не клал свою шею в ярмо завоевателя. Она стоит на наших полях, эта чудовищная машина, подбитая упорными красноармейскими ударами. Она хрипит и захлебывается собственной кровью. Она все еще несет смерть и разрушение. Она все еще таит огромную опасность всему живому и свободному. И на нее смотрит из Берлина мутными гляделками плача ее хозяин. И впервые за всю его жизнь в этих гляделках появилась тень мысли. Он видит свой конец, этот чемпион преступлений, лжи и подлости, атаман выродков, который называется фюрером Германии. Фашистскую гадину нужно раздавить, и она будет раздавлена во имя здорового будущего человечества. Борис Лавренев. Человек-зверь. Правда. 17 августа 1941 года. Война – это ненависть. 70 лет назад Великая Отечественная война закончилась.